Река Амударья несла Каралу свои воды. Муйнак был портовым городом. За ним начиналось море. Теперь тут кладбище кораблей. Я видела Арал в детстве. Поезд шел вдоль берега. Море было синее-синее. Когда стали говорить, что оно уходит, никак не могла понять, куда, почему. От Муйнака до воды 200 километров. Внизу высохшее дно, осушка. Цексаул, тамариск, терескен – эта растительность закрепляет дно, но на миллионах гектаров ничего не растет. Самолет приземлился на плато Устюг. Нам вниз по Чинку к морю. Что такое Чинк? Здесь вставала земля на дыбы. Высота разломов 100-200 метров и выше. А ниже – Араламорская впадина. Здесь идет поиск нефти и газа. Синее-синее море из детства – вот оно. Может быть, разговоры о его уходе сильно преувеличены? Остров Возрождения, куда ходили корабли, стал полуостровом. До него 20 километров. Бросаем якорь, чтобы проверить глубину. Мелко. Такие условия, в которых мы здесь столкнулись, это заполоченность, большие транзитные зоны, трудная проходимость. Там ей не приходилось работать. Мы всматриваемся в пески, соли и топи Аральского дна. У гусеничной техники свои скорости и свои задачи. Она прокладывает новые автотрассы, вытаскивает застрявшие машины. Мы едем к Устюрту, обогнув Западное море. И вот застряли. Какой разной бывает пустыня, и белой, и желтой. Рассматриваем ее, поджидая, когда подъедет чудо на гусеницах
и вытащит машину из песка. Мы на Устюрте. Еще недавно внизу была синь моря, ну а теперь пустыня. Здесь жили в свое время лесничие, которые пытались закрепить пески на отсушном дне Аральского моря. Вокруг посадки Сексаула, где-то реже, где-то гуще. Что-то взошло, что-то нет. Но люди теперь здесь не живут. Очевидно, сажают Сексаул в других местах. Если найдут газ, это что будет значить для Пакистана? Ну, это очень много значит. Это столько работы будет для людей. Дорога проходит мимо крутых берегов острова Возрождения. Когда-то был маленький остров в Аральском море, но в 60-е годы море стало отступать, дно стало осушаться, и остров Возрождения стал полуостровом 200 квадратных километров. Остров Возрождения брошен. Когда море стало уходить, трубы от городка тянули к уходящей воде. Теперь они идут ниоткуда и в никуда, среди пустынной растительности. Вдали виден городок Кантюбек, сюда ходили большие суда. Остров Возрождения остался позади, впереди причал. Вот эти лодки очень напоминают кладбище кораблей. Ведь они были предназначены для причала. Но его построили, и на тебе сюрприз. Вместе с ветром вода ушла. В восточном Арале с глубинами в 2 метра плавучее средство катамаран. Сейчас мы проехались, да? И такое ощущение какой-то опустошенности, даже перевернутости, опрокинутости. Потому что много раз слышали, что море вернется, потому что такое бывало, что море уходило, море возвращалось. Но никогда море не уходило по вине человека. И вот сейчас мы видим, что произошло. И говорят, что Восточное море будет жить еще, может быть, 5-7 лет. Но это уже не море, это просто соленая корка и немножко соленого рассола.
Вам это идет.